выбрал для себя эпичное место. Уфа-арена для любителей хоккея. В 2007 году сдана. Стоимость ее 80 миллионов долларов. Вместимость 8 тысяч зрителей. Сразу напротив тут пожарная часть. Такое эпичное для меня место. Поэтому я решил приехать сюда. Это не совсем центр города. Ну, хотя улица Ленина, наверное, центральная. Команда КХЛ «Салават Юлаев», город Уфа, если кто не знает. Для любителей хоккея. Машина жутко грязная. У нас такой погодой наступила зима. Мыть пока смысла нету, по трассе, наверное, будет грязище. Скоро выезжаем в город Самару. До скорых встреч, пока-пока.